Хорошо, что ты здесь, мне помогаешь. Опять ты. А ты не рада? Да мне все равно. Ты скоро умрешь. Мой отец равняет это место с землей. На все готов ради доченьки, верно? Из тебя выйдет отличный директор. Ну-ну. Тебе чего надо? Мои друзья. Я знаю, кто-то жив. Какая разница? Все равно ты их не увидишь. Где они? А ты отца моего спроси. Он будет рад с тобой поболтать. Не сомневаюсь. Но я-то с тобой говорю. Дашь верную информацию, я тебя выпущу. Я не знаю, где они. Доступ к записям есть только через мейнфрейм Крюгерсек. Успехов тебе. Уж я постараюсь. Пластик, поможешь проникнуть в штаб Кейсек? Мне нужен их мейнфрейм. Штаб Кейсек? Псы, что ли? Легко. Тогда за дело. Фейт, ты там? Ты сейчас где? У меня новости про Ноя. Он может быть еще жив. Что? Как? Когда? Проверяю информацию. Отлично. Держи в курсе. И мне кажется, пора нам уходить из Черного ноября. Ребекка с каждым днем все опаснее. Недавно, говорят, казнила в канале предателя. Сдается мне потом очередь Изабель Крюгер. Я в этом участвовать не хочу. Да, скоро мы уйдем. Я здесь! Крюгера.
Отвлекающий маневр. Хорошие деньги. Ты можешь долететь туда на вертушке. Сообщи, когда дойдешь до назначенной точки, и я отправлю тебе борт. Что? На вертушке? Ладно. Ugh!
Пластик, я на месте. Отлично. Секундочку. Все. Там патрулировал борт. Я ему сообщила, что неподалеку нарушение политики. Рядом пролетит. Заберись как-нибудь. Борт скоро прилетит. Готовься, Фейт. Он там. Скорее, пока не улетел. Беги за ним, потом зацепись тросом, когда зависнет. Черт! Не по тем координатам летят идиоты. Беги за ним, Фейт. Они рядом должны зависнуть, осмотреть здание. Навигацию не знает. Я их остановила. Цепляй трос, пока не ушли. Я тут у всех на виду, Пластик. Не волнуйся, ты укрыта их полем помех. А если меня увидят? Ну, по старинке, глазами. А, ну, не должны. Ясно. Где мне слезать? На посадочной площадке, конечно. Потом через служебные тоннели проберешься в Большого Пса. У них там серверные стойки. Фейт, борт отправляет на стройку. Тебе надо слезать. Какого черта? Я не могу тут спрыгнуть. Ты всегда говоришь очевидное. Я имею в виду, прыгни, когда над зданием пролетят. Фейт, прыгай, давай! Так, я на вершине щенка. Все кости целы, вроде. Извини, не получилось их увести. Придется тебе добираться до Большого Пса. Если не сможешь найти проход, попробуй выйти наружу. Может, соскользнуть по крыше получится. Данные о заключенных у них хранятся на главных серверах в Большом Все. Туда можно попасть через шахты лифтов. Thank you.
Первые эффекты достаточно сильны для дальнейшего исследования, ведь так? Да. Было бы очень кстати, если бы нам не пришлось полагаться только на зрение. Верно. Я завтра поговорю с директором Торреном. А что ты сегодня вечером делаешь? Планов нет, а что? А я наверх не выйду до следующей недели. Я думала, может, ты посидеть хочешь. Вот и я на дне шахты лифта. Что теперь? Дай проверю. Ага, ты рядом с пуповиной. Иди через служебный тоннель наружу и там переходи. Надеюсь, это все не зря. Ты первая, кто проникает в псов. Будешь легендой, если выживешь. Пластик, а что стало с твоей семьей? Она в Сероземлях, а что? А ты чего не с ними? Я сестру свою терпеть не могу. Полная дура. У тебя сестра есть? Нет, она была. Когда проберешься по системе вентиляции, окажешься у главной серверной стойки. Это сердце Крюгерсек в городе Зеркал. Вот бы мне туда. Подключись, а дальше я сама. Серверная настоящий лабиринт. Ну да, ее не для людей проектировали. Строго машинное пространство. Функциональность. Небось красиво там. И еще учти, что когда ты меня подключишь, нас обнаружат. Я могу ненадолго задержать сигнализацию, но полностью избежать обнаружения невозможно. Я бы тебя попросила описать комнату, но ты, наверное, занята. Ты занята? Извини, не обращай внимания. Конечно, занята, раз не говоришь ничего. Кому, кстати, привет передает. Кажется, ты ему нравишься. А ведь он никого не любит. С его алгоритмом эмоциональной реакции что-то не то, но что именно? Все, я на месте. Подключаюсь к переключателю. И работаю. Пошла. Будь готова быстро уходить. Всегда готова. Так. Доступ есть. Ого. Сейчас посмотрю. Заключенные. Так, есть. И тут нас заметили. Уходи. Стой, еще кое-что. Скачай все, что найдешь про Изабель Крюгер. Еще. И вот оно. Все. Теперь уходи, я начну расшифровку. Не удалось отсрочить тревогу, но через несколько минут сработает. Быстрее всего уходить на шаттле для сотрудников. У нас главного лобби идет. В лобби. Нет, поезд уходит.
выходит. Придется тебе ждать следующий. Бой готов. Все, они подняты по тревоге. Надеюсь, выберешься. Дальше технический проход, и я замедлю поезд, чтобы ты слезла. Есть что-нибудь про Ноя? Есть. Он в месте под названием Царство. Но где это, непонятно. Попробую выяснить. Хорошо, а я проверю насчет Крюгера. Спасибо, Пластик. До связи.